Друзья, здравствуйте! Вы на канале «Прогулки по Харькову». Меня зовут Наталья. И сегодня я хочу показать, какие новогодние елки, новогодние игрушки можно купить на центральном рынке. Ну что, смотрим, какие новогодние игрушки, елки продаются на центральном рынке. Это все елочки искусственные. Вот такая красивая елочка. Сейчас попробуем узнать цены. Вот поменьше, вот красивая, как заснеженная. Смотрите, как красиво. Много елочек. Давайте все 1,5 метра, 82. Прям все? 1250. Ага. 1700. Ой, красивая какая вообще. Красиво, прекрасиво. Угу. Это все за полторушку. 2,5 метра. Такая маленькая, летая, да? Да. Потом 1,80 метра, рассказывай цены. Идемте дальше. 1800. Какая красивая. Красавица, конечно. 2200. Это 1,80 метра. Так, это 2,200, 1,80 метра, сказали. 1,80 метра такая, 2,5 метра. Угу. Ну и 3,800 литые вот эти. А литые это что? Они как пластмассовые тут на ощупь. Они как пластмассовые на ощупь. Они как натурально не пластмассовые. Прям берешь, как елочка живая. Она еще пышнее будет. Там еще нижние ярусы добавляются. Ой, это мягенькая. Мы вчера просто с витрины продали, но еще как-то и не стали на витрину. Я ее разу. Вот летая, она правда как натуральная. Вот трогаешь ее, вот реально натуральная елочка. Это тоже как натуральная. Вот я трогаю сейчас. В общем, если нужно, приезжайте, покупайте. Рядышком, видите, игрушки новогодние есть и вот такие веточки. Но эти ветки не мягкие, они как ткань. Вот немножко вот такие. Вот такие игрушки можно купить красивые. Вот еще есть такие маленькие елочки, новогодние игрушки. Вот это прямо снеговички такие симпатичные. Они очень легкие на ощупь. Украшения, наборы, целые шары. Давайте рассмотрим детальнее, что еще. Вот зайчики такие беленькие, птички, вот красивые шары какие, шишечки белые красивые, такие новогодние игрушки есть. Так, здесь, наверное, стеклянные. Стеклянные игрушки, большой выбор шаров. Вот такие шары есть. Люди выбирают шары. Вот такие перья можно купить. Вот какие красивые игрушки. Здесь небольшой выбор вот игрушек, но кто хочет, можно купить. Все, я заканчиваю видео. До свидания, до скорых встреч, жду вас на моем канале.